Женя, бери ложку. Он хорошо покушал. Кушай, не стесняйся. Дядя, кушай. Да, очень вкусно. Мы помоем, мы с тобой грязные. Видимо, домашняя и вкусная пища. Так, это очень вкусно. Смотрим второе. Это вот тоже, посмотрите, картошечка, и сколько в ней, сколько кусочков мяса в ней. Ну, наверное, самое сегодня большое завоевание наше, что мы детей 7, 6 и 5 года обеспечили всех местами в дошкольном образовательном учреждении. Поскольку всем им идти очень скоро в школу, и неподготовленному ребенку сегодня невозможно освоить стандарт образования в начальной школе. Сегодня в городе детей, которые вот этого возраста не имеют места в детский сад, нет. Держи, какой огурчик хороший.